Группа компании «Русская Европа» с помощью современных цифровых технологий в высокоточном разрешении определила, что центр Европы находится в Калининграде. Город, который сегодня по праву считается флагманом экономического развития регионов России и форпостом страны на ее западных рубежах. Здесь, сегодня, проектируется и будет построен первый в нашей стране жилой микрорайон в концепции Happy City. Счастливый город, равного которому по экологическим параметрам и среде для жизни людей попросту нет. Наша компания, используя самые современные диджитал-разработки в продвижении проекта, объединила свои усилия и стала партнером международного IT-холдинга Global Intellect Service. Компании, которая создала свою отечественную платформу UDS и на ее основе продвигает, развивая мелкий и средний бизнес в России. Сегодня, став рядом, мы нацелены на развитие строительного потенциала страны. Находясь на платформе UDS, сбываются наши мечты объединить всех профессионалов рынка недвижимости, риэлторов и застройщиков, показав, как эффективно можно работать вместе. За 3 месяца работы наша компания отцифровала более 5000 клиентов и доказала, что UDS – это самый эффективный инструмент диджитал-рекламы и продвижения своего продукта на рынок. Сегодня нет другой альтернативы в объединении интересов застройщика и риэлтора. Global Intellect Service и Русская Европа. Партнеры, которые вместе строят будущее.